Приветствую вас, дорогие зрители. Мы начинаем прямой репортаж о матче, которого мы так долго ждали. Как всегда, для вас работают два комментатора, Василий Уткин и мой товарищ Василий Соловьев. Добрый вечер. Мы очень серьезно готовились к этому матчу. Да и не только мы, потому что газеты буквально пестрят различными прогнозами на исход этой игры. Посмотрим, кто же был прав. Непредсказуемое противостояние. Кубковое состязание, скажу вещь банальную, все-таки очень не похоже на обычные игры чемпионата. В них команды не могут себе позволить играть не в полную силу. Все решает только победа и только сегодня. Но проигравшему, как говорится, уготовано забвение, поэтому сегодня нам предстоит грубая борьба на поле. Искусный пас. Уолкот. Нужно сейчас подержать мяч. Серхио. Вся команда в атаке. И выше ворот. Как казалось, мяч точно летит. Я надеюсь, вы не собираетесь обвинять игрока в непрофессионализме. Посмотрите, сколько там было защитников. Он все-таки провел удар, и это уже достижение. Очень классный пас. Уолкот. Теперь должна последовать передача. В такой ситуации бывает трудно выбрать, кому отдать пас. Карр. Прекрасная оборона. Мяч отбит, однако игра продолжается. И вот угловой. Надо собраться. Мастерский удар головой. Дальний удар. Удастся отразиться. Мяч снова за лицевой. Еще один угловой удар. Нападение теряет мяч. Игрок немножко замешкался и тут же потерял мяч. С полуслова понимают друг друга парни. Похоже, команда поймала ритм. Игроки превосходно чувствуют друг друга. И еще один угловой. Остался только вратарь. Такого гола я бы болельщикам на глаза не показывался. Могут не понять. Они вне себя. И вот он, логический итог. Место. Да, удачный пас. Какая мощная защита. Серхио. Наверное, сейчас будет гол. Сейчас главное быстро принять решение. У, как их много. Что-то задумали. Мяч будто сам находит партнера. Хорошая комбинация. Вся команда отошла назад. Точный длинный пас. Многообещающий удар. Мяч в воротах. Счет равный, все зависит. Счет стал 1-1. Карр. Отлично!
Пике. С небольшим перевесом, так что соперник еще слишком близко. Ну что ж, команда сама напрашивалась на гол, подарив соперникам штрафную до с такой выгодной позиции. Команда ведет в счете 2-1. Давай же! Я думал, мяч уже окажется в сетке, но увы. Надо забивать! Гол! Не в силах дотянуться до мяча. А кто в этом виноват? Конечно, сам. Игрок не только постоянно обостряет действия своей команды в атаке, он еще и сам завершает эти усилия. Два гола в матче. Блестяще. Подкат выполнен как по учебнику. Серхио. Такое ощущение, что в Вероне сейчас играет вся команда. Нет свистка, можно играть. Нарушитель сыграл очень грубо. Арбитр назначает штрафной удар. Ну что ж, неплохая атака. И арбитр прекрасно разобрался, не стал ее прерывать скоропалительными свистками. Однако преимущество так и не было реализовано. Представить себе не могу более удачной позиции для свободного удара. Удар. Легко вратарь справляется. Вратарь отправляет мяч вперед. Пытался уйти на скорости. Мяч уходит от ворот. Серхио. Здесь нужен тонкий розыгрыш, и тогда атака может изменить счет. Мяч уходит за пределы поля. Удар от ворот. Пике. Серхио. У нападения множество вариантов. Везение. Безусловно, везение. Иньеста. Месси. Фланговый навес. Это не навесы, это семечки. Уолкот. Близится перерыв. Решающего перевеса никто еще так и не достиг. Хорошо играет в отборе. Напористо. Серхио. Резкий пас. У команды появляется возможность пробить штрафной. Ну а что теперь остается? С такой позиции только грамотно пробить. Плохо пробил. Плохо пробил. Мяч в ворота. Голкипер не простил бы себе такого мяча в воротах. Слишком уж неудачную позицию для атаки занял футболист. Вратарь показывает спокойную, хорошую игру. Вратарь сильно бьет по мячу. Серхио. Иньеста. Здорово сыграл в показе. Закончились первые 45 минут матча. У нас завидная результативность. Счет 2-2. И завидная интрига на вторые 45 минут. Серхио. Иньеста. Ну давай, ничего же деваться некуда. Хорошо.
атакующего есть масса вариантов. Ну бей же! Свистал судьи, пенальти. Слишком безрассудно было дарить сопернику пенальти. Команды идут практически голова в голову. Опасно сыграл защитник, но кажется, это была игровая ситуация. Во всяком случае, так не судил арбитр. Вся команда отошла на оборону, требуется подкрепление. Боже мой! Какая же грамотная подготовка у этой команды. Не разбрасывается шансами абсолютно. Каждую ситуацию испытывает до последнего. Прекрасный игрок демонстрирует сегодня этот футболист. Он забивает уже второй мяч. Серхио. Как вот это неприятно, когда ябедничают судьи. Честно, четко выигран мяч. Я не уверен, что так было задумано, но получилось неплохо. Что они предпримут теперь? Нужен один точный удар. Артета. Ну и вперед, вперед. Темпа не теряем. И еще один классный пас. Чуть ниже, и это был бы гол. Ну, дали бы отдохнуть человеку. А то, продолжая попытки забивать, он так измотается, что к следующему матчу на четвереньках выползет. Чуть-чуть везения, и мяч находит правильную дорогу. Ну бей же, откуда ж тогда и бить? Технично вратарь сегодня отрабатывает, очень технично. Я даже не думаю, что здесь дело в везении, уж слишком хорошо он читает игру. Отличная игра головой. Хорошая передача на половину соперников. Какой шанс, ну же! Выноси его! Месси. Мяч ловко увернулся от защитников и находит партнера по команде. Вот зачем футболисту голова. Очень грамотно в зоне действует защитник. Серхио. Команда полностью перешла на чужую половину поля. А неплохой футбол. Вратарь отбивает, но ситуация остается опасной. Это почти гол. Серхио. Хороший перехват. А вот и пас. Отличная защита. Теперь в атаку. Какая возможность. Такая попытка пробить света. Но мяч как-то не лег на ногу и пошел значительно выше ворот. Ничего. Несколько минут назад он уже доказал, что умеет забивать. Сейчас переживем и промах. Нападение в ударе сегодня. Хорошая схватка. Каким-то невероятным образом мяч нашел дорогу к партнеру. Вот этот никогда не боялся опеки. Теперь понимаете, почему? Ну что, народу много, можно массу комбинаций разыграть. Кар. Мяч отскакивает. И судья назначает еще один угловой. Я думал, мяч уже окажется в сетке, но увы. А игроку не стоит переживать по этому поводу. Все мы имеем право на ошибки. Как разочарована команда. Всего один гол нужен для того, чтобы вырваться вперед. Серхио. Хорошо разобрался.
Хорошая серия передач. Просто необходимо будет максимум забрать. Голкипер сегодня, ну, просто монстр. И реакция, и грамотное расположение в воротах, и хватка какая! Нужно собраться! Отличная реакция и скорость игры. Мне кажется, угловой. Да, угловой. Иньеста. Удар! Защитник бросается под мяч. Уолкотт. Хорошо. Какой выверенный подкат. Четко в мяч попал. Хорошо держится мяч на фланге, но пора пасовать. Назначается угловой удар. Кар. Это риск, но он оправдан. Итак, удар отворот. Замечательно сыграл. Заканчивается второй тайм. Счет в матче остается равным. Прекрасный шанс забить гол. Мяч бьет в перекладину. Вот это гол! Вот это гол! До конца встречи остается всего несколько минут, и это самое время для гола. Время матча практически на исходе. Какой нужный гол? И еще 2 минуты мы будем наблюдать за этой игрой. Уолкотт. Пике. Софья. Оборона с честью вышла из трудного положения. Уолкотт. Выполнив тем самым установку на матч в тяжелейшей борьбе. Ну, раз команда проиграла из-за пенальти, следовательно, из-за собственной ошибки. Хочу выразить слова благодарности моему коллеге, всем болельщикам, просто любителям футбола, смотревшим сегодня этот великолепный матч. Ну и маме моей спасибо, что родила меня и дала мне такую возможность. Спасибо, мама, играйте в футбол.